Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Скубаев, и я хочу поделиться с вами взглядом восприятия на те упражнения, которые я показываю на своем канале. Дорогие друзья, нужно понимать, что эти упражнения взяты и показаны отдельно из целостной системы знаний нашей великой школы кунг-фу Шафутфань. Те знания, которые передаются на протяжении 7000 лет от великого Си Со Занг Ланг Со, того Ади Будды, изначального Будды, который является первым учителем нашей школы 7000 лет назад, передавшим знания адептам нашей школы. И эти знания сохраняются на протяжении 7000 лет, передаются от учителя к ученику по линии преемственности парампаре. И эти знания были переданы нашему учителю Скубаеву Владимиру Ивановичу в Лаосе, великим учителем Занг Ланг Со. И, дорогие друзья, освоив одно упражнение, это может быть просто даже как физкультура. И особой сакральной пользы и пользы для всего вашего организма оно не даст. Вырвано проработает какие-то мышцы или нагрузит отдельные позвонки. А если вы хотите целостно постичь, что такое юдха-йога, то, конечно, нужно заниматься, и вам обязательно нужен учитель. Для того, чтобы учитель сопровождал, наблюдал, подсказывал и давал некие инициации, которые будут в последующем помогать вам добиваться новых и новых вершин и точек взгляда, точек восприятия себя и мироощущения вообще. Дорогие друзья, совершенствуйтесь, работайте над собой, и всех приглашаю на онлайн обучение. Там я смогу непосредственно каждого понимать, как устроено ваше тело, каждого физиологическую особенность каждого. Смогу сопровождать и подсказывать то, что необходимо вам на данном этапе практики и изучения себя, исследования себя и изучения юдха-йоги. Дорогие друзья, мы начали обучение через Инстаграм. Присоединяйтесь, буду очень рад. Ссылочка будет внизу под этим видео. Будьте здоровы, до скорых встреч, дорогие друзья!